Предлагаю вашему вниманию канал Аврентиса, на котором вы найдете качественные монтажи по смешным моментам из игр. Чаще всего это Гаррис Мод с режимами Hide and Seek и Prop Hunt, а также другие игры и монтажи по ним. Ссылка в описании под видео. А где Марш? Кто из вас спал с моей женой? Это ты спал с моей женой? Ты вообще не настоящий гомер. Это ты не настоящий гомер. Да никто из вас не настоящий гомер. Особенно вот этот чувак. Давайте посмотрим, кто из нас реалистичнее говорит «Дау». О, вот это было близко. Почти, почти. А это вообще никуда не годится. Ладно, короче, пора прекратить это дерьмо. В него вселился дьявол. Ладно, похоже, это единственный способ узнать, кто из нас настоящий гомер. Но это я настоящий гомер, о чем тут спорить? Не знаю, как вы, но я чпокал Марш буквально вчера. Нет, нифига. Да, так и есть. Ладно, парни, это проверка на гомера Симпсонность. Кто доберется до конца, тот и настоящий гомер Симпсон. И настоящие гомеры здесь бы не выжили. Тот, кто окажется гомером Симпсоном, в конце получит Марш. Точно, точно, это лучший способ. Вот именно. Настоящий гомер сделал бы вот так. Что? Он бы прыгнул задом? Давай, чувак! Ты чего, засал? Да, я сделал это! Ах ты, сукин сын! О боже, там мистер Бёрнс, он меня застукает! Блин, чувак! Просто сосредоточьтесь на своей цели! Вот и первая кровь! О, черт! Эта штука сейчас поедет обратно! Да! Это было умно! Да, я умник! Конечно, умник. Что здесь? А если мы все пройдем испытание? Это будет большая групповуха. О, черт, какого хрена? Это не считается. С какого перепугу? Это считается. Все считается, ты попал в ловушку. Здесь тоже ловушка? Он нас не видит, так что он не узнает, когда я буду проходить. Черт, чувак, это вы должны играть по моим правилам, а не я. Ты уж извини. Ладно, у нас тут 4 ящика, один лежит вверх ногами. Что это значит? О, черт. О, мой бог. Все равно не похоже. А вот и кусочек природы. Это счастливый лес. Вы же смотрели мультик «Счастливые лесные друзья»? Тогда вы знаете, что в этом лесу бывает. Да ладно. Давай, чувак, то, что в этих ящиках, поднимет твое настроение. А, боже, чувак, мне жаль тебя, мне просто жаль тебя. Да что это за дерьмо такое? Смотрите, какая странная тень, там, где стоит мини-лед. Хватит толкать меня, сучанок. Давайте уже вернемся к нашему Детрану. Да! Ты почти добрался до конца. У нас же было по 3 жизни. Да, у меня осталась одна жизнь. И у меня одна. А у меня 2. У тебя 2, вот и иди первым, сучонок. Да легко, это простая ловушка. Там еще на всех хватит. Я почти прошел. Черт. Это похоже на газовую жаровню. Парни, не бойтесь, это всего лишь пролившееся пиво. Да, ядреное пивко. Оно вообще работает? Да. Да, я сделал это. Черт. Мы должны сделать это одновременно. Так мы узнаем, кого из нас Ногва ненавидит больше всего. Ладно, давайте. Вы должны запрыгнуть на очки одновременно. И ради этого вы готовы отдать жизнь? Короче, кто не прыгнет, тот не мужик. Ладно, мы обязаны сделать это. Каждый прыгает на свой ящик. В конце останется только один. Да, вот именно. Вот блин, что ж, остались только мы, чувак. Да! Да, спасибо. Тебя давно знаю, Эван. Это точно. Ничего личного, парни. Эван здесь еще раз. 2, 3, 4, 5, 6. Еще 7 ловушек перед тем, как ты увидишь Марч. Понятно, это легко, чувак, легко. У меня есть еще одна жизнь. Одна жизнь и 7 ловушек. Это будет плотненько. У тебя получится. Да. Погоди, они остановятся? Да, так и есть. Стойте, там 2 кнопки? Да. И что делает вторая? Иди вперед и увидим. Это единственный способ.
Вы серьезно? Идеальный момент. Вы шутите? Это было странно. Эта ловушка была непростой. Ладно, по какой же дорожке ты пойдешь? Мини-мини. Что тебе надо? О, точно, каждый встанет за свои кнопки. Тебе хана, Эван, тебе хана. Парни, как же это низко. Да нам пофиг, тебе хана. Больше тебя ничто не спасет. Мадж останется без своего Гомера. Как? И кто это сделал? Марсел. Какого хрена? Да, я знаю, я накосячил. Он не должен добраться до Мадж. Да черт! Остался последний рубеж. Давайте внимательнее. А, нет! Черт! Он прошел такую сложную ловушку с первой попытки? Да ладно, парни, на этой ловушке он точно запорится. Да, здесь ему не сдобровать. Нет, он не пройдет, смотрите. Сами смотрите. О, там Лиза. Да вы издеваетесь! О боже! Нагло, ты жирный ублюдок! Ты просто соснул, нагло! Это последняя? Да, всего одна ловушка. Да не, это не последняя. Это последняя ловушка, чувак. Всего одна ловушка, и ты победишь. Ты сможешь попасть в Красти Бургер. Мне больше нравится Красти Краб. Тебе хана, Эван. Что? Нет, я же прошел до конца. Да, парни, мы сделали это. Что? А, я не успел зайти в дверь. Да, это было прикольно. Тебе оставалось сделать последний шаг, Эван. Погнали, парни. Хорошее начало, хорошее начало. Погнали дальше. Давайте, давайте, парни. Вы делали это так много раз. Да! Серьезно? Соберись, нагло. Эван, не ходи вперед! Пусть Марсел идет! Почему это я должен идти? Потому что сейчас твоя очередь! Давай, Марсел! Я не нажму кнопку, пока ты не пойдешь вперед! А как ты узнаешь, кто из нас Марсел? Марсел посередине! Парни, давайте перемешаемся, чтобы он запутался! Ты меня не проведешь, я внимательный! Эй, так нечестно! Я не собирался проходить через ловушку! Мы занимались другими делами! Все это одна большая игра! Сделай из него жаркое! Что ж, он не прошел. В прошлый раз я здесь не умер. Что? Да, а вот Мини не прошел. У меня все еще 3 жизни, парни. Да, да, ты жжешь. Сейчас ты потратишь 1, вперед. Давай, выбирай. Куда ты пойдешь? А, да ладно, я же угадал с дорожкой. Вот черт. Я выбрал 1-ю и 2-ю. Я все запорол. Вперед, сучата. Круто, круто. Сейчас они остановятся. Это была только половина ловушки. Давай, Ногла. Нет. Сделай это. Я не нажму на кнопку. Прыгай, прыгай. Да. Как так ты выжил? Ладно, эта ловушка никого не убивает. А вот Минилет умер. Нет, нет, вам показалось. Вам все это показалось. Нагло, замолкни, я не умер. Погоди, сколько у тебя осталось жизней? У Мини не осталось жизни, у него была 1. Да все в порядке, мы же все друзья с вами. Да, наконец-то. Его расплющило в лепешку. Это было офигенно. Что? Чувак, это читерство. Это неправильно. Это неправильно. Какую ты выберешь? А, ну ладно. Черт возьми. Идите, парни, идите. Да ладно, я же специально отошел даже. Видимо, недостаточно. Один из нас должен выжить в световом шоу. Вообще-то у тебя не осталось жизни. Ладно, погнали. Погодите, а что этот чувак здесь делает? Да и ты что здесь делаешь? Мини получил еще 1 жизнь. Но если Мини может получить жизнь, так почему я не могу? Вы серьезно? Что это за предвзятое отношение? Короче, вы меня взбесили. А когда я в гневе... Да, да, мы сделали это! О боже. Вы гребаные читеры. О мой бог. Вы недостойны, Марш. Я достойный только честный, а не вы, яйцесосы.
Короче, допустим, вы трое добрались до этого этапа. Ладно, допустим, у этих чуваков осталось по одной жизни. У нас счетчик сломался в левом верхнем углу. Да пофиг на этот счетчик. Напротив всех горит вопросик. Короче, сделаем так. Кто первым пройдет в эту дверь, тот и получает марч. Ладно, слушайте, парни, слушайте. Мы должны войти туда вместе, и тогда мы просто поделим ее. Черт! Что? Я же прошел через дверь, какого хрена? Мое тело лежит на той стороне. Нет, ты мертв, ты мертв. Но мое тело за дверью. Нет, ты мертв. Да, я победил, я победил. Итак, Basically, поздравляем. Ты сделал это, чувак. Спасибо, друзья. Поздравляем. Ты выиграл марш. Ты настоящий гомер. Да, где она? Где она? Она прямо здесь. Вы что, шутите? Это она, чувак, это Марш Симпсон. Поздравляем, ты выиграл ее! Она больше похожа на R2-D2. От нее несет радиации. Поздравляем тебя. Да, хорошая работа, забирай свою жену. О, мой бог! Что ты дотворил? Какого черта? Ты убил ее! А я съел ее глаза. И как они были вкусные! О, пиво, смотрите! Варится с древних времен и содержит хмелезерно! Чё? Содержит хмелезерно! Хмелезерно! Хмелезерно!